Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня играем на Родина РП, первый сервер. Мы здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Если введете мой ник, то когда вы прокачаетесь до 4 уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я могу отдать вам. Поэтому, пацаны, обязательно вводите мой ник. Также он будет в описании под видео. Ну что ж, пацаны, сегодня новая серичка. Скорее всего, мы поедем в казино. Но перед этим хотел бы вам сказать большое спасибо. Вы поддержали меня за то, что я вернулся на родину. Мне это очень приятно и важно, в принципе. Вы набрали почти 50 лайков. Давайте на этом серии наберем именно 50 лайков. Я вам буду очень благодарен. Итак, я просил вас писать идеи для видосов, что мне поснимать. Спасибо всем, кто писал. Вот, давайте первая идея. Это Кирилл Го на родине, встречи с подписчиками. Я бы с радостью делал встречи с подписчиками, но я не знаю, как это организовать, в принципе, и что мы будем снимать. Напишите, пожалуйста, если делать встречи с подписчиками, то что мы будем делать и что мне снимать. Напишите в комментариях, в принципе. Как бы можно будет делать сходки, но либо это придется в группу писать, либо в беседу канала, кстати. Все ссылки, если что, в описании. Многие просили ловлю. Пацаны, к сожалению, я не могу этим заниматься, потому что у меня есть дом. Итак, давайте я вам покажу, что нужно сделать, чтобы была ловля, пацаны. Пишем ММ, потом действия, улучшения. И вот здесь есть риэлтор. Риэлтор — это такая возможность покупать, по-моему, 3 дома, если не ошибаюсь. Но стоит это 2000 азы-коинсов. Я не знаю, сколько это доната, пацаны, но пока что возможности задонатить у меня нету, поэтому не знаю, если когда-то куплю эту тему, то я займусь ловлей, пацаны, а так пока что не могу этим заняться. И еще одна была идея — это снимать будни перекупа. Ну, пацаны, я бы с радостью тоже поснимал будни перекупа, но понимаете, как бы я не шарю в экономике на родине, постоянно меняется, поэтому это будет сложно, пацаны, это будет сложно, нужно играть прям каждый день, чтобы знать, что почем продают. Насчет машин, кстати, вы писали мне тоже в комментариях насчет цен. Блин, что-то я пока что передумал их продавать, потому что что-то очень дешево все стоит, поэтому пока что останусь с этими тачками. Ваши комменты я разобрал, повторюсь, давайте наберем на этой серии 50 лайков. Играйте вместе со мной на родине, первый сервачок, IP будет в описании, и обязательно вводите мой ник при регистрации. Все, ну а я поехал, пацаны, в казино. Итак, пацаны, я приехал в казино, но здесь, к сожалению, никого нету, потому что я снимаю в 9:30 утра. Онлайн сейчас почти 120, ну, 120 человек. Так, давайте посмотрим, я не помню, как там, DICE. А, F просто нажимаем, так, посмотреть заявки. И заявок вообще нету. Ну, блин, я не думаю, что вот этого Назара. Здесь деньги, какой у него уровень, давайте посмотрим. Я обменял 2 миллиона, получается, у него 6 уровень, да? Так, давайте тогда, я создам, что ли, или нет? Я, короче, хз. Ну, давайте пробуем вдвоем. Ну, я думаю, у него нету денег, поэтому мы с ним поиграть не сможем, пацаны, к сожалению. Я хз даже, что делать. Опа, чё, пацан, там чувак пришел и типа на 5000 хочет сыграть. Ну давайте с ним сыграем на 5000. Это 500 тысяч, если что, пацаны. Так, давайте я поставлю ставку. Так, создать 5000 вдвоем. Ну давай посмотрим, кому улыбнется удача больше, в принципе. Блин, 2-1 выпало. Ну понятно, короче. 4-2. Да, он, короче, выиграл. Ладно, давайте тогда еще сыграем. Почему бы и нет? Так, у меня почти 3 миллиона осталось. К сожалению, это хреново на самом деле. Так, давай. Давайте поставить на косарь. Ну, давайте на косарь с ним сыграем. 6,6 у него сразу выпало. У меня 3,2. Ну, такое, пацаны, такое. Давайте создать на 5000 вдвоем. Ну, блядь, это пиздец. Он меня уже выиграл 2 раза, понимаете? Он меня выиграл уже 600 тысяч. Ну, блядь, это серьезно, типа? 1-1? Ну, я пошел. Такие сразу поднимаются, типа, ну, я пошел и так далее. Я уже слил вчера 10 кака. Да, классно, конечно, люди играют здесь, я вижу. Пиздец, пацаны, я тупо слил на ровном месте. То, лям 100 я слил. Так, пацаны, я нашел свой трактор, я не знаю, что он здесь забыл, потому что он был припаркован на самом деле в другом месте, но почему-то он стоит именно здесь. Давай сейчас поставлю свою машину, в принципе, и мы возьмем трактор. Я, кстати, не понял, на родине типа новая система номеров, надо сейчас попробовать получить номер, возможно. Давайте пробуем получить номер, кстати, на трактор, возможно, у нас это получится. И пишите в комментариях, что мне с ним делать, просто слить в гос, либо подарить, может, какому-то рыжику там на серию. Просто найти рыжика и подарить ему вот такое вот чудо в виде трактора, в принципе, я не знаю, пацаны, поэтому пишите, в принципе, в комментариях, потому что я, честно говоря, не знаю, что с ним делать. В нем тюнинга больше, чем на миллион, и поэтому, как бы, мне его жалко будет восливать, на самом деле, но, в принципе, пишите в комментариях, что сделать с этим трактором. Так, вот, получили номеров 96-26, вы уже получили свой номер. Короче, нам ехать надо на эстакаду, я так понял, чтобы получить этот номер.
Все, я приехал на эстакаду, сейчас попробуем получить номер. Так, я получил номер, но я его не вижу. Я не вижу номер на машине. RAR 9626. А как вообще номера отображаются? Я только этого не понял. Приехали мы, получается, да? Текай, дурак, текай. Сейчас сдохнем еще. Ну все, пацаны, приехали, ебать, называется. Я же говорил, пацаны, что он здесь припаркован. Поэтому все нормально, пацаны. Все нормально. Ну что ж, пацаны, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите на родину, на первый сервачок. Играйте вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой ник. Также пишите свои идеи в комментариях, что мне поснимать на родине. Все, пацаны, всем пока-пока.